Ребята, всем большой привет! Сегодня 21 апреля, и сегодня мой день. Да, сегодня день рождения у меня. И да, я сегодня вообще его не праздную. Обычно мои дни рождения именно так и проходят, то есть в этот день я не собираю гостей, родственников, друзей на этот праздник и ничего не готовлю. То есть я провожу его так, как я хочу, то есть делаю все, что хочу в этот день. Я считаю, что дни рождения это такие, ну лично я так считаю, это такой личный праздник, когда ты остаешься наедине сама с собой, у тебя какие-то начинаются переосмысления жизни, может быть, у тебя мысли какие-то о том, о своей жизни, можно так сказать, о своих годах, которые прошли, которые будут, и что ты в этой жизни добился, это все-таки для меня это очень личный праздник, и для меня вот эти все торжества, они как-то отдаляют меня от себя. И поэтому мне удобнее проводить этот праздник с самой собой. То есть понять вообще, правильно ли я веду свою жизнь и в каком направлении мне двигаться дальше. В общем, вот такие дела. Так что сегодня не знаю, что я буду делать. В общем, как меня попрет, так и попрет. Если в ресторан захочу, то пойду или гулять, или... В общем, много разных вариантов. Поэтому я буду слушать себя и буду слушать себя, что именно я захочу сегодня сделать. А вчера у меня был день голодовки, и прошел он вообще классно. Я вру, не день голодовки, а разгрузочный день, потому что все-таки апельсинчик и яблочко я съела. Но прошел он вообще классно, мне очень понравился эффект, результат. А такие дни осознанно я провожу очень редко, может быть, раз в месяц, поэтому... Что, как я сейчас себя чувствую? На самом деле я чувствую я себя отлично, просто я проснулась сегодня в 7 часов утра, поздно для меня, я бы проснулась и в 6, просто вчера монтировала влог и попозже легла. И у меня просто вот такой заряд энергии, бодрости, у меня хорошее настроение, и самое интересное, что мой насморк немного уменьшился, и знаете, я не хочу есть. Совсем не хочу есть. Единственное, что если я на кухне там что-то из еды увижу, да, я это захочу. Ну, то есть глазами, да, ментально. А так просто у меня нету желания сейчас накинуться на то, что я вчера хотела. Там какие-то пирожки с повидлом, звездочки и так далее. Вот. Поэтому это просто вот так кажется, да, что если ты голодаешь, то ты на следующий день съешь все. На самом деле нет, ты просыпаешься с таким чувством легкости, что тебе не хочется это чувство нарушать. Так, все, много наболтала. Увидимся очень скоро. Что-нибудь да будет. Мы делаем вкусный чаек себе в термос, чтобы его потом взять и пить на улице. Горячий чай. Сережа делает все не торопясь. Потихоньку. Я-то быстро раз, два все заварю. Потом невкусно. Ну да. А Сережа все вот старается. И тут заварка. Там имбирь. Все сюда потом зальем. А вышли мы сейчас, едем в город и будем гулять по городу. Так что оделись мы очень тепло. У меня шапка, капюшон, потому что у нас в пригороде еще и прохладнее. А Сережка тоже приоделся. У меня еще кофта теплая под пальто. Так что взяли с собой термос со вкусным чаем. Звездочки, они меня просто преследуют. А всякие сыра взяли, булки, в общем, будем гулять. И там как получится, может, сядем где-нибудь, перекусим, либо в кафе зайдем, ну, посмотрим. Так, что у нас с погодой? Не очень все хорошо. Посмотрели мы по прогнозу, будет дождь. Так что я и зонтик еще взяла. Максимум 7 градусов. Да, и максимум 7 градусов. Ну,
тучи видите, да? Солнышко так, оно не особо-то хочет проглянуться, так что возможен дождь сегодня. Вообще, кстати, как я себя помню, в осознанном возрасте, когда встречала свой день рождения, на него никогда не было дождя в этот день. Всегда было солнышко. Вот. Сегодня просто, не знаю, исключение, что ли. Но я не могу вспомнить, чтобы 21 апреля был всегда дождь. Пригородные автобусы не скупятся на билетики. Кучу всего надавали. Мы сейчас покупаем билеты на электричку. Решили не на маршрутке поехать, а на электричке до города. То есть у нас от Селышска есть два пути. Либо на маршрутке мы едем, либо на электричке. Вот. Так что сейчас скоро поезд подойдет. Так, вот взяли мы два билета до Финляндского вокзала. Сейчас они стоят один билет 50 рублей. Сели. Сколько нам остановок? Ну, 40 минут. Если честно, ветер холодный, мы хотели сесть на скамеечке попить чаечку горячего, но холодный ветер. В общем, мы будем ждать, в смысле мы будем идти и, может, найдем какое-нибудь местечко, где мы можем окошко прикусить. Все, пойдем. Мы сейчас на Литейный мост вышли и гуляем по нему. Сегодня такое плотное движение, но то, что пятница. Я всегда боюсь туда смотреть. Мне кажется, что я туда сейчас упаду. Еще и телефон туда же. Так, мы идем вперед. Гуляем по питерским улочкам. Хотим вам показать Питер без прикрас. Так, это какая у нас елочка? Оружейника Федорова. Улица Оружейника Федорова. Вообще направляемся мы в Михайловский сад. Вот, смотрите, все обшарпано. Вот такой вот старый Петербург. Это летний сад, да? Так, вот Михайловский замок там, и нам нужно на ту сторону, чтобы добраться до этого садика. Уже экскурсии пошли. А, экскурсии, да. Такой холод, на катере. Да? Ага. Ну, там у них закрытое помещение, поэтому, наверное, не холодно. Тут вообще ветер нереальный. А, вот и летний сад скоро откроют. Бабушка, ну это все нормально. А, сейчас, да. О, он после уборочки чистенький такой. Скоро его откроют. А когда его? В июне открывают? Слушай, вот не знаю. Подготовили хорошо его, да? Попали в Михайловский садик. К сожалению, он по 30 апреля закрыт. На проведение технических работ, но, видимо, там убираются, что ли. В общем, кто сюда идет, короче, знаете об этом. А, короче, мы пришли, сели в какой-то мини-садик. Вот это Михайловский дворец. Да. И мы сидим тут на скамеечке.
разложились по полной. Вот, тут у нас сыр мы взяли, булки, а чаек сейчас будем вкусно пить. Вот, здесь, кстати, не очень прохладно и ветра меньше, так что, потому что все садики сейчас закрыты, вот, так что мы сидим сейчас вот таким вот образом гуляем. Птицы нас окружили, в общем, они думают, что мы им что-то сейчас дадим, а фигушки. Нас атакуют голуби. Все-таки мы решили им дать крошек немножко. Вся орава прилетела. Два голубя сидела, сторожила. Вот только дали, вся орава прилетела. Вообще не боятся. Подходят очень близко так. Мы пришли на Манежную площадь, тут уже фонтаны и скамеечки тоже. Можно куда-нибудь присесть. Какие-то скульптуры тут. Кто-то. Вот. Это Растрелли сзади меня. Солнышко, кстати, уже появилось солнышко. Выглядывает. Классно. Прикольно, да? Ага. Так, все чистенько. Смотрите за мной, какое дерево. Так интересно, как в японском стиле такое. Бонсай, да, Сереж? Вон оно. А еще смотрите, распускаются почки. Кстати, в этом дворике очень тепло, поэтому тут, видимо, первыми почки распустятся. А, сейчас посмотрим, что там есть. Идем дальше. Это из дворика, получается, мы вошли в другой дворик. Ну, слушайте, красота. У нас в Василышке такого нет. Пахнет, но, правда, пахнет все здесь сюда, не чувствуется, очень. Чувствуется, что все сюда заходят для определенных надобностей. Это точно. Мы уже вышли на Невский проспект. Вот это Катькин садик. О, и автобус. А вот это сам Невский проспект. Нас путешественников завезло, в общем, в пассаж, и сидим мы сейчас в кафе на мостике, в пассаже. И что я себе заказала? Горячий шоколад с мороженым. А это что такое? Водка? Вода. А это вода, Сережа себе заказал. Нет, я себе ничего не заказала. Это мне вода? Я не знаю, зачем, это принесли просто. То есть, видимо, к горячему шоколаду тут приносят воду, ну, чтобы, видимо, запить. Кстати, вместе с этим шоколадом мне принесли вот такое вот предсказание. Ну, как предсказание, я даже не знаю, что это такое. Такая записка. Интересно, была свернута в трубочку и положена, ой, рядом с чашечкой. В общем, посидели мы, попили горячего шоколада, очень круто посидели. И сейчас мы направляемся в Апраксин двор, на Апрашму. На один из больших рынков в Санкт-Петербурге. Что-то мы там хотели купить. Ну, посмотрим. Ну, просто посмотрим, погуляем. В общем, увидимся скоро. Это тут в кафе такие баранки, сушки. Здесь, где мы сидели.
такой самовар красивый, прикольный. Кстати, баранки, по-моему, настоящие. Ну, они просто засушенные. Вот сутками я в охране работаю, и мы сутками стоим под ливнем. Вот так. Думаете, сутки будут ливнем? Сережка, бери, это тебе очень идет. На YouTube. А здесь своя атмосфера. Здесь очень хорошие люди собрались. О, да. Ну, кстати, не очень-то много и народу. Все, вот мы и дома. В общем, устали, но усталость такая приятная. Если честно, очень много сегодня находили на прогулке, поэтому так мышцы ног немного приятно болят. В общем, мы взяли себе еще суши на ужин. Самое интересное, что когда мы зашли туда, я от наглости... В общем, сказала, что у меня день рождения, поэтому нам дали еще и ролл в подарок. А еще, кстати, я показываю сейчас, потому что если я покажу уже завтра, их не будет. Мы в гостином дворе, там есть пекарня небольшая, печет, в общем, выпечку на многозерновой муке, на трубях и так далее. В общем, мы взяли вот такой вот ржаной хлеб, бездрожжевой, всякие пирожки, тут с капустой, с картошкой, с яйцом. И пирожочек еще с творогом. Вот, так что мы сейчас будем есть суши, пить чай и отдыхать. Так что спасибо, что этот день провели вместе с нами. И всем до новых встреч. Пока!